Всем привет, это Паша Маврити, корреспондент телеканала «Пятница», программы «Пятница Ньюс». Хочу рассказать немножко вам о нашем офисе, офисе телеканала «Пятница». Вот это здание, где располагается вечно весь наш холдинг, он за моей спиной. Запоминайте его, приходите к нам в гости. Сейчас за моей спиной вы можете увидеть вывеску. То есть все наши друзья, 2x2, ТВ3, все мы здесь, все мы друзья. А вот здесь, смотрите. Вот она парковка. Та самая парковка, куда приезжают все продюсеры, все звезды. Заходят вот в это крыльцо. Здесь их можно даже подловить, здесь можно сфотографироваться. Что еще? А вон в том кафе, вот видите, мы кушаем. Мы обедаем, ужинаем. Очень дорого, ну а что делать? Нет. Пол зарплаты уходит. А вот здесь люди отдыхают, кстати, на этих крылечках. Видите? Вон на тех крылечках отдыхают. А, вот мы монтажер. Привет. Человек, который за кадром, скажи привет, люди. Привет. Мы сейчас будем работать плотно. Ага. Ну все, пока.